Теперь об этом и не только подробно. В Люберцах прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту. Испытания проходили 180 ребят из 28 учебных заведений. В перспективе участники с лучшими результатами пополняют сборную округа и защищают его честь уже на областном уровне. Какие препятствия пришлось преодолеть на этот раз, расскажет Александра Томей. Товарищ полковник, участники соревнований, учащихся городского округа Люберцы для проведения летних соревнований по пожарно-прикладному спорту построены. Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни. Эти испытания предстояло преодолеть школьникам, участникам соревнований по пожарно-прикладному спорту. Они ежегодно проходят на базе 27-й Люберецкой пожарной части. Цель мероприятия – приобщение молодежи к пожарному делу и поиск талантливых ребят. Это самые основные, самые такие виды упражнений, которые показывают ловкость, умение. Возможно, у кого-то есть талант, кто потом пополнит ряды нашей сборной команды по пожарно-прикладному спорту Люберецкого городского округа. Ну и кто-то может и свяжет профессию пожарного на всю свою жизнь. Марш! За ходом состязания следил легендарный спортсмен и тренер, мастер спорта международного класса Владислав Кипко. Отмечу, что помимо непосредственно соревнований на скорость и ловкость, школьники отрабатывали и жизненно необходимые навыки. Знаете, данный вид спорта развивает очень хорошо у детей поведение в критических ситуациях. У нас недавно были пожары в торговых центрах, поэтому я считаю, что это важно и необходимо участвовать и развивать у детей такие навыки. Соревнования посетили представители управления образованием городского округа Люберцы. Сегодня все команды не останутся без внимания, все получат грамоты. Состязание по пожарно-прикладному спорту проводится ежегодно уже на протяжении 20 лет при поддержке Всероссийского добровольного пожарного общества. Лучшие ребята по традиции отправятся на областной конкурс в составе сборной округа. Александра Томей, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.